програмі створимо інтер'єрну новорічну ялинку власними руками. Приготуємо святкові м'ясні закуски. Придбаємо якісну штучну ялинку. В преддверии новогодних праздников самой приятной частью подготовки является, конечно, украшение собственного гнездышка. И мы сделаем сегодня интерьерную елочку из живой хвои. Для того, чтобы сделать елочку, нам понадобится оазис, флористическая вот такая губка, нам понадобится два кирпичика. Также емкость, в которую будет устанавливаться, либо это какой-то кашпо, горшочек, либо же может коробочка, но тогда она должна хорошо быть внутри обклеена пленкой для того, чтобы она не промокла. Мы используем обычное кашпо, оно у нас цветное, поэтому мы его закрыли вот такой мешковиной. Также нам понадобится, конечно же, сама хвоя. Мы будем использовать ель Нобелис вот такой. Это привозная хвоя. Она очень устойчива, не осыпается и прослужит очень долго. Очень любима всеми флористами и декораторами. Тем, что она очень пушистая, приятная на ощупь и, конечно, не осыпается. Это самое главное. Также нам понадобятся шпажки, секатор, ножницы и сам декор. Предварительно мы подготовили два кусочка оазиса. Один оставили целый. Он у нас идет первый для устойчивости, а второй у нас половинка. И кверху мы придали ей форму елочки, то есть так, как она будет сужаться. Таким образом, закрепили мы вот такими вот шпажками, чтобы она была устойчива. Можно использовать с каждой стороны по одной, и штучек 5 будет достаточно. Замачивая оазис, мы просто ложим его в водичку, в емкость с водой, но не помогаем ему погружаться, так как если мы будем сами его придавливать и напитывать водой, то он пропитается не полностью внутри и останутся сухие места. Далее мы приступаем уже к непосредственно созданию самой елочки с помощью хвои. Мы уже подготовили первые веточки. Первые мы используем для самых нижнего ряда. И также нам нужно сразу сделать верхушку. Выбираем красивую маленькую веточку. Вставляем ее первой. Далее мы вставляем первый ряд. То есть этим рядом мы задаем сам диаметр елки. Немного оставляем под углом. Также мы можем придать форму разную. Если мы будем ее более наклоненной вниз, то она будет такая более обтекаемая. Если мы будем более ровно вставлять каждую веточку, то она у нас будет пушистая и более небрежно как бы собранная. Перед тем, как мы вставляем саму веточку в оазис, нужно обязательно обновить срез секатором для того, чтобы она хорошо пила водичку. Такая елочка простоит очень долго. Она сохранит свой первоначальный вид, цвет и структуру веточек месяц, это точно. После она, возможно, начнет немного приобретать сизый оттенок, и спустя несколько месяцев она станет более серого цвета. Но при этом она не осыпется, и если вам она по декору подходит, то она может и дольше простоять, и можно использовать даже как реквизит для какой-то фотосессии, к примеру. И продолжаем снизу вверх вставлять веточки по кругу. С каждым рядом мы берем веточки поменьше, и чтобы композиция была похожа на настоящую елочку. Для такой елочки можно использовать любую хвою. Можно использовать можжевельник, ель, голубую, зеленую, та, которая доступна, ту, которую можно у нас найти. Эта ель более эксклюзивная, часто используемая флористами и декораторами. Вот мы и собрали нашу елочку, и теперь приступаем к самой интересной части. Это оформление новогодним декором и игрушками. Наступающий год тигра, поэтому мы придумали вот такое интересное оформление. Используем коричневые, бежевые, золотые и черные оттенки, и вместе с вот таким животным принтом, рисунком леопарда. Для того, чтобы закрепить игрушки на елочке, мы можем использовать как клеевый пистолет,
пистолеты так и вот такую вот флористическую проволочку тоненькую. Закручиваем проволочку, немножко укоротим и вставляем в оазис эту проволочку. Вот так аккуратненько смотрится. После можно будет снять, она не будет повреждена клеевым пистолетом игрушка, если крепить ее на клей. Вот так мы украшаем гирляндой на батарейках, стараясь, чтобы проволочку было минимально видно, а больше только сами огоньки. Вот такая оригинальная елочка у нас получилась. При желании можно ее дополнить еще игрушками и новогодним декором. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы с вами находимся в преддверии Нового года, и сегодня я хочу предложить вам приготовить вместе со мной красивые, праздничные, новогодние мясные закуски. Вашему вниманию я хочу предложить их три. И сегодня на моем столе такой набор продуктов. Одна куриная грудка, домашние колбаски, заранее уже пожарены, либо можете запечь их в духовочке. Немножко ветчины, бекона, груша, соевый соус, красное вино, розмарин, тимьян, блинчики, куриное филе, отварная куриная щипанная грудка и немножко натертого сыра. Но я думаю, каждая хозяйка располагает фантазией и к Новому году хочет своих домочадцев накормить каким-нибудь вкусненьким новым блюдом. Поэтому я не претендую на то, что вы будете готовить точно так же, как я. Вы можете создать свою композицию и приготовить из того, что есть у вас в холодильнике. Пусть мои рецепты будут для вас немножко подсказкой. Итак, начнем. Первое, что мы с вами будем делать? То, что будет приготавливаться намного быстрее. У меня есть вот такие уже заранее пожаренные домашние колбаски. Кто не хочет заниматься этим, может взять либо домашнюю колбаску, как у меня, домашнего приготовления, либо копченую сосиску или сардельку. Мы берем кусочек вот такой вот ветчины, аккуратненько ее заворачиваем. Пристегнули шпажечкой с двух сторон. И вот в таком вот виде мы отправляем в духовочку. Кто ленится, может обжарить на сковородке на минимальном количестве растительного масла до золотистой корочки. Второй процесс. У меня есть, ну, можно сказать, парочку вот таких вот блинчиков. Разложим на досточку. Положим сюда отварную куриную грудку, сыр и скручиваем плотненько-плотненько вот таким вот рулетиком. И отправляем в микроволновочку, ну буквально на 1,5 минуты, только лишь для того, чтобы начинка в середине у нас прогрелась и сырочек немножечко растаял. Отставляем в сторону. Ну и третий. Нам понадобится куриная грудка. Мы должны нарезать ее тоненькими-тоненькими вот такими пластиночками, примерно как на отбивную. И нам понадобится пряная груша. Как я ее буду приготавливать, я вам не покажу, но я очень подробно расскажу. Мы нарезаем грушу вот такими вот кусочками, оминая сердцевину. Вот примерно, вот такими кусочками. Сюда же отправляю красное вино, соевый соус, пару зубчиков чеснока, веточку розмарина, веточку тимьяна. Немножко подсаливаем молотого перчика и красной паприки. Всю эту красоту мы отправляем на сковородочку. И выпариваем, тушим до того момента, когда груша приобретет свой красивый вишневый цвет, но не будет раскисшей, она должна быть тверденькая. Вы почувствуете, когда нужно снять ее с огня, и это для нас будет начинка. Вот такая тоненькая пластиночка куриного филе у нас есть, я отрезала, теперь ее обязательно нужно отбить. Но обязательно постарайтесь отбить ее так, чтобы у вас не было дырочек, то есть не пробить. Теперь мы ее должны посолить.
немножко поперчить. Уложить на середину пряную грушу. Запах стоит неимоверный. Вот такого цвета она у нас получилась. И ложим мы ее линейно, ровненько, одна к одной. И заворачиваем вот таким вот рулетиком. Еще раз подсолим сверху и добавим еще немного паприки. И отправляем в духовочку. 180 градусов температура. Можете поставить на 200, кто хочет быстрее. Тогда это займет примерно 15-18 минут. Я приступаю к самому любимому моменту на моей кухне. Это презентация. Украсить вы можете, как позволяет вам ваша фантазия. У меня это сегодня будет выглядеть вот так. У меня это топпинг для салата. Я очень часто им пользуюсь. И теперь вот такую красоту мы с вами будем выставлять на наши крекеры. Я украсила помидорчиком черри. На досточке получится очень ярко, красиво, сочно. Они не сухие, так как у нас внутри пряная грушка. И выставляем красивенько и аккуратненько. Постарайтесь, чтобы кусочки у вас были ровненькие, один к одному. Ну что, друзья мои, вот такую презентацию предновогоднюю я придумала для вас. Предложила, приготовила вместе с вами. Ну скажите, разве это не празднично? А теперь, дорогие мои друзья, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья, мира, достатка, добра, тепла и уюта в ваших домах. Счастья и благополучия вашим родным, детям и близким. И я думаю, мы с вами встретимся в новом году с новыми рецептами, с новыми презентациями. И я очень буду ждать встречи с вами. С Новым годом! Готовьтесь с любовью, как я для вас. Год – это время радости, приятных встреч, подарков и хорошего настроения. И, конечно же, ни один новогодний праздник не может обойтись без главного атрибута – это ели. Сегодня можно встретить огромное количество искусственных елей, сосен, которые заменят натуральный вариант в силу своих отличных качеств и высокого уровня практичности. В этом году популярны очень это сосны и ели. Чем они характеризуются? Во-первых, это гипоаллергенный материал, который не вызывает ни аллергии у человека, у детей в первую очередь. Это сосны с распушенными иголками и ели. Они декорированы шишками. Есть ели, которые декорированы разными элементами, ленточками, заснеженностью и так далее. Также ели экономят бюджет любой семьи. Вы, вот, допустим, купили елку. И при правильном хранении она вам прослужит в среднем, ну, лет 10. Она не осыпается. Собирается ель очень просто. Она делится на секции, там, смотря, зависит от высоты. Там, то ли на 2 или на 3 секции. После того, как закончили все праздники, мы снимаем, убираем с нее все игрушки новогодние, протираем влажной губкой, слаживаем или в полиэтиленовый пакет, или в какую-то коробку. И храним, чтобы не было перепада температуры и прямые лучи, чтобы не попадали на нее. Тогда она не деформируется, не выгорает. По ценовой политике, начиная от 40 гривен и до 5, может, и выше тысяч. Высота бывает. От 25 сантиметров елочки маленькие, бывает и 5, и 12 метров ели. Сейчас очень популярны литые. Это считается премиум-класса. Каждая веточка елки выливается в формочки. Тем самым она и считается, ну, по ценовой политике она уже будет и подороже. И литые ели, они максимально приближены к натуральным. И даже вот можно не отличить от живой ели. Покупайте искусственные ели и сосны, берегите природу. We'll be right back.